Что вы хотели видеть в здании Суворовского училища? Старое здание Суворовского училища, честно, даже не подскажу. Ну, наверное, торговый комплекс какой-то. Почему бы и нет? Было нормальное училище. Взяли, переехали. Я сам в него хотел поступать. Вы бы хотели, чтобы его восстановили Суворовское на этом месте? Да, конечно. Хорошее здание. Много места. Но, да и так история много хранит. Ну, а вообще что-то, наверное, музейно-историческое. Может быть, музей истории, может быть, что-то... Ну, такой вот военный больше истории. У нас достаточно большая история. Такая, ну, училище было много военных на территории региона. Поэтому, может быть, что-то такое, ну... Здесь все решают деньги, поэтому сложно сказать. Первое, что я хочу, музей. А дальше все равно надо связывать с историей города, с историей страны. А не просто какой-нибудь там торговый центр или еще что-то в таком роще. Дело в том, что мой дед... В этом Суворовском, бывшем кадетском корпусе, работал дядькой. То есть он обеспечивал молодых дворян когда-то вот это. Чтобы я бы хотел, конечно, иметь какой-то музей. Чтобы это, во-первых, здание осталось. И люди любовались, что было тогда. Чтобы оно и осталось у нас в Суворовском училище, чтобы нас все-таки военных воспитывали. Суворовское. Оставить как было. А почему? Не знаю, мое мнение такое, что для бывшего танкового училища правильное применение нашлось. На какой-то выставочный зал, наверное, что-то такое, какой-нибудь экспозиции, там у нас же город очень богат историей своей. То есть какой-то музей сделать, потому что, наверное, у нас в Крымском музее места мало, туда перенести часть экспозиции.